Командор, мы обнаружили большой ударный отряд эльдаров. Похоже, отряд ведет один из так называемых пауков варпа. Пауки варпа обладают способностью быстрой телепортации, и это объясняет, как эльдары руководят орками, так что их никто не видит. Уничтожьте его и попытайтесь узнать, что возможно, о планах эльдаров на Тифоне. Наши сканеры засекли паука варпа в точке, отмеченной на вашей карте. Надолго он тут не останется. Надо шевелиться. Согласен, но остерегайся ловушек. Сила наших врагов растет. Ответный огонь, братья! Готово! Пошли дальше! Thank you.
были атакованы. Дополнительные генераторы не будут доступны до вашей следующей высадки. Займите позиции, братья. Перед нами противник. Вот он! Секунду. Что? Палец? А вот и ты. Хорошая добыча. Ты не представляешь, как я буду рад твоей смерти. Он привел подкрепление. Уничтожить его! Вылезти в черви. А ветрус атакован. Эльзары, там лучше рукопашка. Здесь Эльзары. Думал, мы легкая добыча. Вот и вся. Наша победа — награда за рвение и ярость. Отлично, командор. Без этих пауков варпа, которые натравливают орков, на Тифоне намного спокойнее. Ваши победы над орками и эльдарами надолго стабилизировали положение на Тифоне.
Однако не все новости так же хороши. Мы получаем множество донесений о том, что местная растительность мутирует, а какие-то чужеродные твари нападают на людей. Эти твари, как они выглядят? Большинство сообщений от гражданских, Цирус. А их страх не способствует точному описанию. Мне нужно, чтобы вы как можно скорее вернулись на Калдерис. Орки Бадзапы собираются нанести еще один мощный удар по столице планеты. Я боюсь, что без вашей поддержки Калдерис падет.